Все мое почтение, друзья. И вот сегодня, 21 июля 2023 года, появилось интереснейшее такое заявление Путина. Путин заявил, что Польше, западной ее территории, подарил Сталин. И Путин сказал, что Россия готова напомнить это Польше. Вы вдумайтесь, еще недавно Путин такое же заявлял в отношении Украины, сказав, что много территорий Украине подарил Ленин. Вот как вы считаете, в своих мечтах, желаниях Путин готов развязать войну с Польшей? И в этом же своем обращении Путин сказал, что любое якобы нападение на Беларусь будет считаться нападением на Россию. Вот как вы считаете, будет провокация на границе Польши и Беларуси, чтобы развязать войну? Я лично считаю, что к этому нужно быть готовыми и готовиться. И рано или поздно Путин это сделает. И то, что мне говорят, что, мол, Польша — это страна НАТО, я вам хочу сказать, у этого Путина с головой чуть-чуть не в порядке. Он развяжет войну с Польшей. Вот вспомните меня.